Всем-всем привет! Сегодня уже четверг, девчата, 28 число. Вот и ноябрь ушел. Наступает уже декабрь. Я только недавно пришла, вот только-только посидела, немножко остыла. Ходила, девочки, в Сбербанк, меняла свою карту пенсионную, вот эту социальную. У меня была такая карта, ее надо было засовывать и набирать пин-код. А сейчас поменяли на мир, который просто прикладывать будет. Вот такую карту я оформляла, верим, для транспорта. Но она тоже на моем имени. А Вера истратила эту 1000 за один день. А я говорю, ну будешь неделю пешком ходить. По-другому не получается, девчат. Учить как-то надо. Зато она вот ходит эту неделю. Я говорю, как хорошо ходить пешком. Она говорит, нет. Я говорю, Вер, если мама тебе дала на транспорт, значит, надо держать эти денежки на транспорт. Ну, ладно. Пошла, поменяла и зашла в фикс прайс. Купила, девчат, китикету. 10, по-моему, я взяла пачек. Ну, кошки же приходят. 10 пачек взяла. Сейчас посмотрю. Китикет. Да, 10 штук. По 14,70 стоят. Перчатки купила и варежки. Перчатки 79, а варежки 99. И чай я купила, девочки, по 69 рублей. Ну, рис свой. С бергамотом. Мне нравится он. Две пачки. Взяла пачку, потом говорю, что-то я беру пачку наверх, надо же пачку. И пачку на низ. Я-то пью вот этот с пачки сейчас чай. Но все равно чай... Чай постоянно у нас уходит, взяла. И пошла там на рынок, купила весовой корм. Весовой корм, девчата, вот 4 вот таких пакета я взяла. Тут разные. Это вот крупный, а другой я 2 высыпала помельче. Вот такой вот мелкий, видите? Вот прям, вот так кусенький. Ну, меленький. 250 рублей. За 4 пакетика отдала. Ну, вот спрашивали девочки. Вот такая коробочка у меня с фикс прайса. Я их тогда много накупила. Вот она закрывается. Здесь у меня кошачья еда. И в таких вот коробках я храню свои крупы, девочки. У нас же влажность большая. Вот кто-то спрашивал, не помню по фамилии. Не обижайтесь, девчат, вас много, я одна. Всех не упомню просто. По аватаркам я вас всех знаю. Как, Тань, ты хранишь? Я вот храню вот в таких вот коробочках. Они у меня стоят внизу стола. И у меня еще такие коробки. Сейчас я вам покажу. Внученька питалась. До... Чуть не до 2 лет она пила вот такой вот нан. Вот. Вот, баночки, у меня их, ой, девочки, 9 штук, наверное, 9, 6, 7, ну, штук 9 точно. Вот в них тоже я, видите, у меня вот здесь перловка, она закрывается герметически, никаких жучков, никаких паучков. Ведерко у меня, пищевые такие вот ведерки беленькие, мука, вы видели уже. Кто давно со мной, вот я мешу муку, у меня вот такое ведерочко, я муку туда насыпаю. А так у меня, я вот покупаю, допустим, там рис 25 килограмм, я вот купила. Вот он у меня вот здесь в коробке под столом стоит, ну это пока здесь он на кухне. А так я храню на веранде, веранда сухая, у меня там стоял трехстворчатый шифонер, но я вот эту часть выкинула, оставила одну. Специально под крупы. И тумбочка у меня стоит. Я, девочки, вот так же насыпаю, сколько мне надо, опускаю на кухню. Остальное завязываю. Большой целлофановый пакет заворачиваю. И он у меня стоит там. Но потому что я живу на сопке, девчата, и каждый раз не набегаешься. Я вот сегодня пошла, вот сейчас без 10:04. Скоро уже Вера придет домой. В Сбербанк только я съездила, да? 2, правда, магазинчика зашла в пряжные. Вот этот синенький я с ветерок вязала, что
Yarn Art Deluxe 30. Я зашла, есть 50. Не 30, а 50. Таких, говорит, нету. Именно такой расцветки нет. Но, говорю, я посмотрю в интернет-магазине. Мне бы два моточка бы еще, и вышел бы полноценный свитер Вере. Она не захотела полосатый. Вот съездила, пока назад приехала, пришла в сопку. Кот на улице сидел. Я вся мокрая, девчат, пришла. Смотрите, какие я там перчатки купила. Фикс прайсе, видите? Классные. Модные. Я теперь девушка модная. Ну, может быть, Вера заберет. Вера не ходит ни в рукавицах, девчат, ни в перчатках. Я ее ругаю, говорю, ты хоть в карманах положи. Вдруг где-то придется стоять на улице, ручки замерзнут. Ни в какую. Она не одевает. Вот что-что. Перчатки не одевает, рукавицы. И носки теплые. Ходит дома босиком. Босиком зимой и летом. Вот сейчас вот ругаюсь, говорю, Вер, вот здесь течет вода у нас. Девчат, я шла. Вот с самого низа сопки, там у нас такая бордюрчик сделана, вода стекает. Вода бежит в сопки, ужасно. И по вот этому оврагу, она даже не останавливается, вода идет. У меня в колодце, я вчера воткнула в трубу, и провод оставила включенным, видать, она откачивалась. Потому что я утром заглянула в колодце, там, ну, может быть, с метр воды набрано. Не больше. А там глубина. Ну, вот я стою и руки вытянуть вверх. Во мне 1.60. Ну, 1.02 глубокий. Дядь заглядывал, говорит, ого, такой глубокий. Я говорю, ну, дядька делал. Они пользовались этим колодцем до самых холодов. Ну, до января это точно. Пили, стирали и все делали этой водой. А уже потом ходили в большой колодец, когда здесь заканчивалось, и они ходили в дальний вот этот колодец наш. Но там родниковая вода очень вкусная. А здесь это идет грунтовые воды, девочки. Земля настолько у нас сейчас сыта водой, что она ее больше не принимает, она ее просто сбрасывает с себя. Поэтому вода идет. Вот морозов еще таких, ну, минус 10 было. Вот и вчера было, днем потеплее, а вечер минус 10. Я не знаю, но вода не замерзает, она уходит. Идет. Девчат, я пью кофе, сижу. Перчатку же померила, а варежку нет. Я же еще купила варежку. Девочки, вот такая красивенная варежка. Смотрите, классная. Я не люблю вязать ни варежки, ни носки. Не вяжу. Но 99 рублей варежка. Что, я не куплю себе варежек, что ли? Или 77 рублей перчатки. Я столько их уже понакупила разных цветов под разные эти куртки и пуховики. Но ношу только я. Я ношу, потому что я в торговле работала, девочки, 90-х годов на улице. И вот в таких перчатках хэбэшных стояли, обрезали мы пальцы. И стояли, деньги, чтобы считать. И у меня вот эти вот кончики сразу замерзают. Обмерзли, видать, в свое время. И они у меня сразу неметь начинают. Поэтому я без перчаток не хожу. Ну, когда тепло, и просто руки в карманы. А если холодновато, то я одеваю перчаточки. Вот у меня еще стирка. Еще те с сайта Василек. У меня не постиранные вещи, девчат. Но, думаю, мне не горит. Я не стиралась. То одно делаешь, то другое. Не успеваю, девочки. Вчера я натопила. Тепло, хорошо. Это я прожигала там, ну, хламьё всё. Сапоги, ботинки, какие-то туфли старые. Наташа что понавозила? Мама тут в огород. Да в огород что, тут нету чего одеть, что ли? Ой, боже мой. Я всё сожгла, девчат, вчера в печке. Печка у меня аж накалилась. Было хорошо, ну, тепло, прям тепло. Девчата спрашивают, Тань, может, на улице не воняло ли это кожа? Нет, оно все в трубу, мороз на улице, все в трубу как пыхнуло, все улетело, не за пашинки, девочки. На веранде тепло, просто шикарно.
хочу похвалить вам маркизика. Как-то меня спрашивают: Таня, у тебя мышей нет? Нет, девочки, ни мышей, ни крыс нету. И вы знаете, я сама себя сглазила. Я же открывала вот эти дни вот эту дверь, ну, шланг вытаскивала, чтобы откачать воду. Он же длинный, и туда бросала на в эту, ну, такой протоку у меня сделанный специально для воды. И дверь-то у меня настежь, ну, видать, заскочила мышка, девочки, потому что где бы она зашла? А может, через отдушину, сейчас же холодно на улице, может, они и полезли в дом. Ну, маркиз, я ушла, маркиза на улице оставила. Иду, он сидит, бедный, на втором этаже на карнизе. Я говорю, залез туда, выглядывает в окошко. А меня же дома нет. Говорю, иди, мой хороший, домой. Ну, и мы с ним зашли, я пошла на второй этаж. Пока я переоделась и остывала, сидела. Говорю, я же вся вспотела. Думаю, что он вот здесь под лесенкой на первом этаже? Хвост трубой весь такой... Возле этого колодца, девчат. А тут еще стоит две фанеры, Костя принес. Два куска фанеры, они вот так прижатые к стеночке. Я вот так фанеру чуть-чуть приподняла, он хоп, и вот такую мышку девочки поймал. Тут же. А я, ой, ты мой умненький. Выпустила его на улицу с этой мышкой. Вот как она забежала. Но только я вот думаю, что пока была у меня открыта вот дверь. Могла забежать запросто. Ну вот, в тепло, в тепло. Сейчас вся живность бежит в тепло, потому что холодно на улице-то. Ну, мышка забежала, маркиз ее поймал. Ну вот, поймал, это хорошо. Еды я купила. 4 пакета. Я говорю, ой, давайте, а то мягкая упаковка вот такая. Он съедает, но я что-то стала ему... меньше ее давать, не каждый день, по 5 раз. Говорю, немножко, Вера, а то он как-то, знаете, аж обрыгался, она его перекормила. Я говорю, не перекармливай, кот, Костя пришел вот этот раз, говорит, кот такой большой стал, поправился, глистов же ему потравили, девчата, и он у нас такой прям красавец. А такой хочет, ну и такой кот, это та кошка, соседа Юры покойного. Она же прибежала сегодня утром. Я не успела дверь открыть. Она уже забежала и к миске, к маркизе. Ну как, не покормишь, что ли, ее? Говорю, иди ешь. Потом насыпала ей там на улице. Говорю, ешь. Не жалко. Потому что кошка тоже, она же живая. Вот у меня мама такая была. Кошатница. Так всех кошек... принесут кошку какую-нибудь соседскую. Ну, не соседскую, а подбрасывали. Там у них были такие эти, как их называли-то, перед домами такие вот загородочки деревянные. Ой, как же забыла, вот забыла, как они назывались. Палисадники. И возле этого, вот, напротив нашего дома была колонка. И... жили зайцевы у нас, соседи. Соседи все хорошие были. Вообще жили, жизнь была хорошая, и люди были хорошие. Вспоминаешь вот так вот, так часто вспоминаешь то время, но не вернуть, не вернуть. Тех людей уже половина нету, больше, чем половина. И вот там тоже кто-то выкинул кошку. Она говорит, осень, дождь шел. Мам пойдет за водой в эту колонку. Еще у них тогда и газа, по-моему, даже не было. Это уж газ. Мы с Любой уехали на Дальний Восток. Там газифицировали все. И кто-то подкинул вот палисадник котенка. И она, говорит, день кричала. На второй день я пошла. Дождь идет. А она там забилась. Где-то в травке сидит мокрая, голодная. А у мамы была Муська. Почему-то все Муськи были. Но и она забрала эту еще одну Муську к себе. Пришла и отцу говорит, ругай меня, не ругай, а я ее забрала. Никто не берет, а холодно, осень уже, дождь холодный, сырой. И кошка бедная орет и орет и орет. Поэтому, конечно, как бросать? Ну ладно, девочки. Если берем животных, мы за них в ответе. Нужно просто думать, когда берешь
живность в семью, значит, надо, ну как, я считаю, что надо и кормить, и ухаживать, и нельзя бросать на произвол судьбы. Вот я сегодня купила на 468 рублей. А балт у меня тут есть. Как-то баллы они еще считают, знаете. Тут что-то не вижу я. Должны быть. А, наверное, мало, поэтому и баллов нет. Там, по-моему, больше 9 баллов. 9 вот увидела. Изменение количества баллов 9. А я не трачу их, девчата. Я так накапливаю. Там рублей 700, 800. А потом что-то на эту сумму просто покупаю в фикс-прайсе. Ой, девочки, я же вчера вязала свою кофточку. Вот такой красивый узорчик. Мне сегодня написали, что это елочки называется, да. И что вы думаете? Я связала. Ну, вот так вот, наверное. И вчера я вечером обнаруживаю, что у меня вот так 6 рапортов идут, что у меня в 6-м рапорте есть ошибка. И есть ошибка вот на таком вот. Надо опуститься, распустить. Но там рядов так это 15. Ой, я уже отложила вчера и говорю, ладно, утро вечером мудренее, посмотрю утром. Утром проснулась, думаю, пойду гляну. Подхожу, девчат, что вы думаете? Ну да, ошибка, ошибка. Не буду уже вам показывать, но там вот-вот елочки идут, вот эти вот накиды, где накиды две вместе. Я повернула не в ту сторону и вязала. Почему я сразу не видела? Я даже не понимаю, почему я не увидела однозначно сразу. Ну, распущу и перевяжу, девочки. Ладно, девчата, я потом к вам подключусь. Покажу, чем я занимаюсь и как мои дела. Девчонки, я села вот на веранду. Представляете, сколько я провязала? Сейчас вам покажу. Вот что у меня получается уже. Вот. Очень красивый рисунок. Елочки. Ну, вот такие вот. Видите? И только вчера я увидела, что у меня вот здесь косяк. Вот в последнем, прям в последнем, вот здесь у меня косяк, девчат. Тут вот, вот видно, а вот здесь, вот видите, вот, вот где ошибка. Но надо же, и вязала, и ведь вязала, продолжала вязать. Теперь это надо мне распустить, девочки, ой, караул. Ну, распускать буду, что делать? Вот столько я сейчас распущу. Я не жалею, я распущу и буду более внимательна. Потому что вчера я села повязать, то Вера подойдет, что-то спросит, то Маркиз меня отвлечет. И все, надо просто поставить мои вот эти штучки. Ой. Вот эти мои маркеры. Вот на каждый рапорт вот так поставить маркеры, и уже точно не отвлечешься. Отвлеклась, девчата, и все. И пошла дальше, 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 и ушла далеко. Знаете, хочу... Я говорю, ну не страшно, это не страшно. Перевяжем. Без перевязки ничего не бывает. Распускаем, вяжем. Девочки, там были такие комментарии, полочки вот на той вот, сейчас вам покажу, вот на той вот дверью, нет, мои хорошие, нет, вот на этом месте, вот где тумбочка, да, сейчас я поставлю так, чтобы вы видели, кресло я застелила тряпкой, потому что кот ложится, все в пуху. Там, где он, компьютер. Вот там будет два шкафа повешено и тумбочка. Потому что нужно. А там, вот в том углу, где вот халат висит,
Там будет стоять холодильник, морозильник небольшой, который, тот огромный ларь останется в том коридоре, а сюда встанет морозильник маленький. И вот здесь у меня будет пятачок. Ну, посмотрим, что там мы поставим. Может быть, кресло останется там. Места не остается, девчата, потому что вот в этом углу, вот в этом, вот сейчас у меня вот окно, и вот окно, да, и вот окно. Вот этот угол у меня будут полки, я сделаю здесь полочки. И здесь рядом прям с полочками будет стоять мой стол. Ну, то есть я здесь мне хорошо, здесь и окошко, здесь и будет диван. А возможно, я переселюсь сюда и буду и зимой здесь спать. Ну, не знаю, посмотрим, девочки, посмотрим. Поэтому тут вот тоже такой еще вопрос был. Жалко закрою. Вот Ирина Григорьева пишет. Татьяна, добрый день. Был комментарий сделать полки для пряжи вдоль стены, где дверь. И стену облагородить, и место сэкономить. Жалко закрывать выкрашенную стенку с угла. Не закроется. Она так и будет, эта деревянная стенка. Ну, там не нужна пряжа, девочки. У меня угол вот здесь я буду сидеть. Здесь будет диван. Здесь я буду вязать. Здесь буду снимать видео по вязанию. Поэтому здесь будут и мои полки. Вот. Потом был еще такой. Сейчас. Вот Ольга Светличная говорит, Татьяна, мне кажется, дом стоит высоко, на высоком месте. Откуда вода берется в подвале? Вода, девчат, вот я только говорила, земля уже не принимает воду. У меня, когда заводили воду, трубу в подвал, там, видать, только запенили. Надо весной разрывать этот участок и цементировать, вот где заведена труба в подвал. Вот там просачивается вода, просачивается. А здесь, как бы сказать, вот на первом этаже там же еще один подвал. У меня получается на втором этаже два подвала. Под моей спальней и вдоль всей кухни. Вот там подвал. Но он вот такой по высоте. А там подвал на первом этаже, там мы картошку, и там у меня бак стоит для воды, в который 400-литровый, в который накачивается вперед вода со скважины, а потом она уже идет по трубам по дому. Ну, дядька строил давно же дом, девочки. Там лежали трубы, где грунтовая вода вот собиралась, да, и она выходила именно в колодец. Она сливалась в колодец. Я еще года, наверное, 4 назад я спускалась сама в колодец, ставила туда лестницу, откачивала воду и залазила. Там труба прям вот она с подвала идет в колодец, и она просто забилась землей. Вот поэтому там нужно одну трубу выходную делать, хорошую, и вот эту, которая направляет, она засорилась. Засорилась, и некуда же деваться-то в воде. Она проступает в подвале, а потом она все равно просачивается в этот колодец. Вот что. Но это весной будем делать, девчата. Весной. Вот я вчера переделала там вот эту сливную, как бы трубу воткнула в трубу и на автомат поставила этот насос. Включенным оставила. Я сегодня встала, у меня в коридоре там уже меньше воды в подвале. То есть там чуть-чуть она опустилась вся. То есть сброс шел, и вода не стала стоять на полу в подвале. Ну, это сделаем, девочки. Я уже просто... Ну, в зиму кто сейчас... Цементные дела не делаются в зиму. Просто не делаются, девчат. Это неправильно. Они не сделаются. Сейчас я так вот поверну, чтобы свет шел. Они не сделаются, а потом все это вспучится за зиму. Он же не встанет цемент. У меня там и двери надо порог делать. Просто дверь поменена.
И она запенена. Она даже не отделана, девочки. Вот все делаю потихоньку, постепенно. Я все сделаю. Я не переживаю. Было бы здоровье, девчат. И дай Бог нам, чтобы мы шагали потихоньку, пусть медленными шажками, но идем же к цели. Идем. Я думаю, что все сделается потихонечку. Это не страшно. Вот. Ага. Узор вот тут. Какая красота. Узор очень интересный. Узор хороший, девчат, но я вот, видите, сделала ошибку. Ну, я буду перевязывать все. Сегодня я красить не буду. Сегодня четверг. Завтра пятница. Завтра с утра встану, покрашу, наверное, стену. Чтобы она за день хотя бы вот этот вот запах такой ушел. Вера придет к вечеру домой. А в субботу, я думаю, что приедет опять внучка. Она высохнет у меня до субботы. Ну, я надеюсь, по крайней мере. А видите, с этой погодой я на этой неделе не уехала в Артем, девчат. Но на следующей неделе кровь из носу, я соберусь и поеду. Поеду, съездию и сделаю дела по квартире. Вот. Ну, кто пишет, покрасьте шкафы в белый. Вот Лена, магия глуши, не красьте шкафы. Сейчас натуральная мебель. Да не буду я, видать, красить их в шкафы. Вот тот шкаф, как он есть, он полированный, во-первых. Как его красить, я не знаю. Вот этот еще. Ну, вот этот шкаф, может быть, я обклею бумагой. А может быть, так же и останется он у меня таким цветом. Девчат, мне уже на мой век хватит этих шкафов. А молодежь захочет, пусть потом меняют, что хотят. Вот. Ну, а пока так оставим. Ой, девочки. И еще вот тут такой тоже. Вероника Маврыкиевна. Татьяна, если бы над кривым окном повесить карниз прямо параллельно потолку, то, может быть, было бы правильней ламбрикен повесить, и незаметно был бы этот скос. Нет, девчат, у меня здесь потолок, это же веранда. Он идет вот так, под уклоном. Ну, получается, под уклоном. Вот как крыша покатая, вот так построен и потолок. Он покатый, вот идет. Да, дождь идет, как вода стекает, вот так крыша. И если сделать под... Костя тоже мне говорил, давай прибьем под самый потолок. Я говорю, нет, будет некрасиво. Надо выравнивать просто этот тюль. Но оно некрасиво смотрится. У меня ровно висел так же. И этот же вот карниз, он здесь и висел. Мы повесили сюда старый карниз. Он, во-первых, легкий. Он легкий. Извините, Вера позвонила. Идет со школы. Я говорю, иди, дочка, я тебя жду. Я ж так и не поела. Думала, да что я буду есть? Я кофе попила. Червячка заморила, а уже девчонка придет, и я люблю с ней сесть и поесть. Одной не хочется. Ну вот, потолок идет покат-то, поэтому этот легкий и второй такой же легкий, старенький, повешу на то окно. А сюда я прибила ж потолочные. Я же вам показывала, девочки. Вон они, видите, карнизики. У меня, вот я вам скажу. Я не люблю вешать ночные шторы. Вот не люблю. Я люблю, чтобы было прям солнце, солнце, солнце. Вот люблю. Чтобы было, зайдешь домой, светло. Вот когда лето, да, и жара, я вешаю в свою спальню и в зал ночные шторки, потому что телевизор не увидишь. Настолько солнце светит, солнечная вся сторона. И здесь... Ну, на то вот окошко вешаем однозначно. Там ночные, потому что с улицы нас видно. Наши передвижения. На кухне у нас ночные висят. А здесь я тоже вешаю ночные, потому что во дворе живет квартирант. И вот в то вот второе вот окошко, не вот это высоко с улицы. А вот то пониже, там видно. Если мы, допустим, раздеты и ходим, нас будет видно. Поэтому я одеваю, шторки вешаю. Ну, пойду покупать, у меня нет шторок. Я же все выкинула. Зачем старье я буду вешать?
Потом пойдем купим. Тюльки вот старые нашла, повесила. Но будет повод сделать покупки новые, девчат. Пойдем с Верой купим красивые тюльки. Ну, такие нам дорогие здесь не надо. Вот мне надо буквально 2 метра их шириной. И тут, ну, сколько тут, 1,50 м высотой. Я не буду их длинными делать. Вот у меня как окно идет, вот на такой вот длине. Вот. Чуть ниже подоконника. И все. Не надо мне длинные, не хочу. И шторки куплю сразу. Тоже недорогие, девчата. Я не гонюсь за дорогими вещами. Я куплю красивые, может быть, самые, что ни на есть, простенькие. И повешу. И буду радоваться. Поэтому, девчата, не в дороговизне счастья. Вот что я скажу. Я жила когда в центре. У меня там комнатка была, господи, 9 квадратов. Я в ней прожила 5 лет. У меня и одно единственное окно было. И то выходило во двор. И там вот эти ящики мусорные, был вид у меня, пейзаж. И на общественный туалет вид был. Ну, я меняла шторки каждые 2 месяца. Меняла. Такую шторку повешу, такую. И радовалась жизни все равно. Поэтому, девочки, будем купим шторки, повесим. Я все покажу. Наведем порядок, будет красота. А я сейчас встречу Веру, мы покушаем. И знаете, я хочу все же сесть, отбросить, отложить вот эту вот кофточку. Вечером я ее повяжу. И сделать мастер-класс по желто-розовой кофточке. И по верному свитерку. Там коротенький, прям коротенькое будет видео. Но я расскажу, насколько я здесь вот петелек набирала. Я уже не помню. У меня, правда, записано все. И сколько там реглан провязан, сколько ширина, длина, на какой размер, сколько ушло. Вот это я расскажу. Сейчас Веру только встречу. И буду, сяду, заставлю себя. То я каждый день нахожу что-то, причины какие-то. То я устала, то еще что-то мне повязать хочется. Девчата, вот представляете? Сто, как говорится, причин, чтобы только не сесть и не сделать. Вот такая у меня корзинка на столе. Тоже нужна. У меня здесь все прибамбасы. Понимаете? Вот полочки. Еще не знаю, как полочки. Я с Ниной Люлюкиной разговаривала. Говорю, Нина, какая ширина вот у тебя полочки? Она говорит, 40 сантиметров. Ну, тут у меня выйдет 40 сантиметров. Может, чуть-чуть я повыше. И она говорит, 2 ряда как раз. Да у меня коробок много. Сегодня вот были, кстати, ящики под инструмент в фикс-прайсе. Вот эти черненькие на замочке и ручка. 200 рублей, 199 рублей. Я думала еще купить, не купить. Потом думала, как я их понесу. Я кошке взяла еды. Это уже мы в другой раз будем с Верой. Я бы купила такой ящик, чтобы сложить инструмент, который вот, ну, как скорая помощь, там, от губцы, вот это вот... Что там еще? Разводной ключик. Оставить здесь, оставишь. Но инструмент мне нужен, девчата, в доме, потому что я делаю все сама. Даже вот в зале полетела розетка. Как-то Вера включила пылесос и говорит, мам, пылесос не работает. Я говорю, почему? Не знаю, я уже думаю, неужели сгорел наш пылесос? Говорю, в нижнюю розетку воткни, она втыкает, а пылесос заработал. Говорю, о, что-то там с розеткой случилось. Вот тоже надо купить розеточку и переделать. Я никого не жду, девочки, никогда. Я сама делаю. Потому что, ну как ждать? Ну как ждать, девчата? Ждать, догонять, это... Не люблю. Не люблю. Вот поэтому все и научилась. Жизнь заставила, всему научишься, как говорится. Ладно, девочки, потом к вам еще подключусь. А сейчас пойду встречать Веруньку, пойду греть, кушать нам, и сядем мы ужинать. Утром захожу сегодня, пицца. Я же вчера на один противень вторую сложила и положила в холодильник. Утром захожу, девчата, как рассмеялась.
лежит кусок отрезанный, и вот так вот полукруг от зубов. Вера кусала утром, видать, ходила умываться, и кусала пиццу, думаю. Ну, взяла бы с собой, отрезала бы, взяла бы с собой в школу, вот она любит. Но сейчас буду ее кормить. У кого день сейчас, девчат на Западе, так кто живет, у того еще день. Это у меня, ой, тут часов нету. У меня уже без 10:05 вечера. А вам приятного дня, а мне хорошего вечера, чтобы я немножечко успела побольше дел сегодня сделать. Потому что то одно, то другое, то третье. Я всегда говорю, боже мой, вот как время быстро летит, а хочется столько много успеть, девчата, делов сделать на белом свете. Да, а время неумолимо, оно вот пролетает. Ноября уже нет. Поэтому, девчата, всем здоровья, всем-всем-всем оптимизма, заряда бодрости. Ну и счастья, конечно, и ровных петелек. А я, наверное, с вами попрощаюсь, Верочку покормлю и буду снимать мастер-класс. Всем пока-пока. С вами была я, ваша Татьяна.